Я между дверями там стою на Б. Ого, пули! Сейчас же убьете меня! Нет, не заходи! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, стаканчик, какашки, King and Fire, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем очень классный режим, потому что я должен запрятать на карте бомбу, пацаны должны ее найти и раздефьюзить. Если печеньку, кушайте, приятного аппетита. Бомба заложена. Ты же взорвешь ее, ты что делаешь? Не попал ни разу по мне. Вижу! А! Не попадешь! А, отвали! Давайте в камеру поменяю немножко. А, вижу! Все с хп! Сдохни! Ах, я успел! Откуда стреляешь? Ах, ты, блин, 28 хп! Я понял, это было красиво. Эмочка, да, сработал? Бомба заложена. Да как? Пацаны, если вы умираете, говорите инфу где. Убил, Абгай, вообще красава. Просто нагнул меня. Абгай, где находится? А вот и нету бомбы. Вы удалили ее? Нет, она была, я ее удалил. А нет, не было, не было. Ищем быстро. Красиво сидим себе, отдыхаем. А что за чел к нам зашел? А это будет сейчас помогать вам, потому что вы сливаетесь постоянно. Вы еще не... Вы затащили всего один раз. Обидно. Жопа, увидел. Попал хорошо по мне, 28 хп осталось. Я на Б. Стаканчик, пинку давай. Сдохни! Слышишь? Да сдохни! А, Димка, беги! Это Б. Ого, простреливают. Отлично! Засада выполнена успешно. Красиво я проиграл. Какашка меня убил. Блин, это было жестко. Мне нравится такая битва. Особенно, когда у тебя мало жизни, ты понимаешь, что ты такой, как и все. Равный. Так, сейчас мы возьмем... О, давайте сейчас сделаем вам посложнее. У мухи вообще разброса нету. Вообще? Вообще. Нам джиджи. Стаканчик, дай любое оружие. А у нас уже два раунда мы выиграли, да? Да. А, этот невидимый не становится, ну то ладно. А, становится. Фонарик включайте, нам очень сильно помочь. Тихонько, ребята, сидим. Сейчас убьют меня еще. Там бомба, осторожно, взорвете бомбу. Самого жесткого. Ай-яй-яй, простреливают. Надо валить. Отлично. Ты сдохнешь или не сдохнешь? Я только что видел его вниз. Да блин, ты не пали меня, ты сильно все замечаешь. Классная игра за невидимого, но у меня всего 37 хп. Ой, я упал. Ой, а что она взорвалась? Кто-то в нее стрельнул, пацаны.
Нет, ты не стрелял. Так, сейчас мы еще раунд затащим. Теперь у нас, короче, пацаны, без бомбы, dead match. Так. Я себе делаю 100 хп, чтобы было все по-честному. Ух, чуть не убил, ух, не убил, стаканчик молодец. Хорошо, играет с эмочкой, красава. Он либо на along, либо на... Либо на шахту. Вижу, вижу, за стаканчиком буду бежать. А. На зиге, на зиге. Так, спускается с лестницы, нет, зигу не проходит. Блин, ты голимый, так нельзя делать гранаты подбрасывать. Эй, ты РПГ не умеешь пользоваться? Положи на землю, какашка. Хорош, стаканчик. 91 хп осталось, попал случайно. Вот это пацаны воюют. О, вы домовушечки можете слеповухи использовать. Слышишь меня, как я скриплю, да? Да. Ух ты, слеповушка прошла. Ой. Прикольно, когда ты знаешь, что они не знают, где ты. Эй, конченый! А, блин, гранаты! Ты что, неадекватный, что ли, гранаты бросать? Ого! 29 хп. Мочим его пошли. Пойдет за гасейшн. Все, мы смотрим, что они будут делать. Ого! Легче, легче, ты же убьешь меня еще случайно. Гангфайр пошел. Я, пацаны, на А вас жду, все на А. Ну нафиг, еще убьют сейчас меня. Б, А, А, Б. Данил Топ, прощай. Не умеешь пользоваться арбалетом? Не пользуйся. Так. Высмыкиваем следующего. King and Fire. Не, Данил Топ, нет. Ого, пули летят, вы чё? Ху-ху-ху-ху-ху! Я между дверями там стою, на Б. Ого, пули! Сейчас же убьете меня! Нет, не заходи! Не заходите в ворота! Обгайте, ты зайдешь? Я вижу, как ты на меня смотришь. Нельзя заходить ко мне! Стаканчик, не кидай по мне гранаты! Я еле уклоняю! Убили! Так, 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 обгай кидает какую-то кабаку по мне. Какашки! Вот это они расстреливают меня. Давайте, я в воротах стою на Б. Убил. Убил. Кто зайдет в ворот? Какашка убила меня. Стакадла. Ты офигел, что ли? Ты че такую тактику крысятничью выбрал? Хорошо, хорошо. Давайте сейчас будете... Атакуйте все тогда А. Я вас на А жду. Ой, не надо, умира. Слышите, вы что мне так легко палите уже? Я фонариком бегаю, иди. А давайте без фонарика. И теперь последняя битва, 30 тысяч хп, босс, против вас всех. На какой точке? Ого, дробашом в живот. Хорошо откидут, мне нравится. Отлично, босс идет. Против дробаша? Офигенный звук издает. Я иду, я просто рашу вас.
Ну, кто меня убьет? Никто не может убить. Просто убийца идет. Монстр монстров. Еще такой походняк, руки в боки и просто идет. Я иду на А залаживать бомбу. Кто меня задержит? Да. Через Зигу иду потихоньку, не спеша. Ты шо, ты душа? Чё-то слабо ты какой-то, на тебе. Я дохожу до места, где залаживать бомбу. Никто не может мне ничего сделать. Убить? Вы растворили своего в воздухе. И еще одного. Он не дает мне дойти. Смотрите, какой он наглый, а? Стаканчик знает штуку, которая меня отталкивает. Залаживаем бомбу. Бомба заложена успешно. Вот это было жестко. Сами ее активировали. Вот это мы карту Dust 2 взорвали все. Вот это мясо. Это центр событий, где бомба взорвалась. И я, друзья, что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.